Приветствую всех читателей лучшего компьютерного журнала «Навигатор игрового мира». С вами Брюс, он же Игорь Андреевич, и я уже играю за протосов. Опять играю для вас. Все для вас, все. Вот. Но на этот раз у нас новая карта. Называется она Tau Cross. Это карта с финала OSL Star League. Вот я ее увидел. Ее поставили на Pro Play Cup. Карта хорошая. На ней, кстати, была решающая игра Реднады против Анитайма. Вот. Где выиграл Реднада? Теран. Величайший Теран нашего времени. Вот. Поэтому соперником у меня выступает Их Кек. Это новый мембер команды Их, который играет на Весте и состоит в известнейшей кар... Так, что он там, ПГ-тур хочет? Да, но у нас же есть фиш-сервер. Фиш-сервер и сам Абис. Вот, какой ему ПГ-тур? Вот. Клан называется Art of. Art of. В нем были много великих людей, таких как Ёлки, Art of Toast, Art of Mania и еще там каких-то... Просто красивое еще название такое, Art of. Вот. В свою очередь, я пока вот тут с вами разговариваю, строю рабочих. You know Sager? Sager? Лол. Конечно, кто его не знает. Я даже был с ним другом. Very chogosu. Да, 2 года назад он у меня был в плесте. Мы познакомились на Неогамее. Я его впечатлил. Боксер 3-0 выиграл. Бинбон говорит, что его друг там 3-4 против. Я же сказал, что да, Савер не лох. Савер не лох. Тут надо 3-1 он катнул. Но Мидас кого? Речь идет о том, что Мидас выиграл Савера недавно, вчера. Да, это было вчера на новой лиге. Лиги. Вот. Это я знаю. А кроме того, I Love WoW выиграл Наду. Это тоже была интересная игра. Дело в том, что Нада сам выиграл Железного Терана, Ова. То есть он, у них есть такое право выбора. И Нада самоуверенно выбрал себе такого оппонента, сложного в группу, сказав, что я покажу, кто действительно лучше. Докажет, что он лучше. Икбонг из Dark Elf, Химени Проктайс, Вир, Савер. О-о. Ну что ж, это хорошо. Кстати, с этим Бинбонгом и Бингом играл и я. Наш Бинбонг, он устраивает игры своим игрокам против известнейших прогеймеров. Его почему-то знают и называют корейцы. Он может подойти к Селосу и сказать, что Селос сыграет плюсом. Как не смешно это звучит, так и есть. Единственное, самое сложное, это поймать такой момент, когда ты хочешь сыграть действительно серьезную игру, потому что если ты сыграешь слабо, то потеряешь лицо перед корейцами. Вот, поэтому с корейцами нужно играть сильно, нужно их выигрывать. Вот, и нужно поймать такой момент, чтобы ты хотел сыграть серьезную игру. В онлайне был Бинбонг. Кроме этого, у Бинбонга было хорошее настроение. И этот Бинбонг, чтобы пошел вместе с тобой на Вест, нашел кого-нибудь. Значит, это нужно, чтобы кто-нибудь в онлайне был. И у этого кого-нибудь было свободное время и желание быть униженным. Вот. В свою очередь, я пока построил 2 зилка и делаю драгунов с радиусом. Что ж. Теперь можно думать дальше об экономике. Войска строятся. Мне нужно достраивать рабов. Вот так я подзаказываю. И вот здесь надо ставить уже пилон. Нет, поставлю его барак. Вот так перегоражу. Отгоражу его так максимально. Блин, ну тут проход. Надо не забыть его закрыть. Тут барахи я немножко кривовато поставил. Он у меня в обход уходит. Значит, на этой карте 3 респауна. На один респаун я сбегал. И теперь знаю, что на 5 часах наш друг. Сам ставлю цитадель.
корейский друг. Он не пытается идти в раннюю атаку, значит, он не идет с одной Factory в Exp. Сюда прилетел Барак. Значит, он хочет меня развести. Вот. Выехала Вультура со скоростью, значит, все-таки две Factory и не дроп. Это не дроп, это хорошо. Значит, отходим к проходу. Возможно, это просто Вультура, и он захочет покататься ими. От них я легко отобьюсь, поэтому можно поставить две фаржи. Но если он будет делать с поддержкой танков на развод, здесь может быть посложнее. Ввиду гуна. Послал я гуна вправо только потому, что взлетел барак, значит, может он попытается сесть, но он не садится. Возвращаем. А, это новые гуны подошли. И вот начинается атака. Неудачная у меня позиция. Выходим, всеми войсками выходим. Зилотов на танке. Драгуны против Вультур. Вроде все логично. Отходим, стрельнули, отошли. Вот эту минку убить. Это вперед. Новый Зилот на танке. Заказали новых. Оп-оп-оп. Вроде все. Все отлично. Так, пока все хорошо. 4 драгуна у меня есть. Можно по такому поводу заказать атаку, хотя рано, конечно, делать апгрейды, но оп-оп-оп, и вот наказывают, продавливают, оттеснили меня вправо, уводим в драгунов, и критический момент, Вультура со скоростью, перекрывать мне нечем, ставлю фотонку, Вультуры поехали, точку сбора меняю, отвожу драгуна, там уже Вультуры, это сюда, это, блин, новое, здесь через атаку появляются две Вультуры, все, схватили сюда, это разделили рабов, убили две Вультуры. Отлично, ставим фотонку, но здесь еще две. Уводим рабов. Блин, они могут взорваться на вот этой минке. Все отлично. Уводим. Здесь все еще драгун стреляет. Через атаку. Окружили. Вытеснилась Вультурка. Поехали новыми рабочими. Окружаем заново. Здесь еще две Вультуры. Это что такое? Вот. Пропусти Вультур. На самом деле можно было этого не сделать, но это уже мои проблемы. Окружили, убили. Тут. Опять философ. Ну-ка. Догоняем, хватаем. Вот еще 3 рабочих. Окружаем. В этот момент заказываем броню. Вультуры проехали. А, и там точка тоже не прикрыта. Плохо. Отводим рабов вправо. Заказываем. Все. Оп-оп. Здесь фотонка. Начинаем газ собираем. Отъехали. Собрались в кучу и поехали убивать. Раз. Это окружили. Подъехало еще 2 Вультуры. Здесь разберутся драгуны. Здесь зажимаем. И теряем еще 1 рабочего, но убиваем эту злостную, пакостную Вультуру. Фу, лимит 36. И все плохо. Могло быть еще хуже, но могло быть и лучше. Если бы я не пропустил этих Вультур, а этого можно было избежать, я бы был в конкретном плюсе. Сейчас же мне приходится... Ну что сказать. У меня было преимущество. Можно сказать, что... Сейчас не то, чтобы я его растерял, просто меня как бы развели. Вот, и мне остается сейчас небольшой плюс в лимите, где-то на 10 утеряно, он уже поставил 2 базу, преимущества никакого нет, и поэтому без обсервера я иду, как вы успели заметить, опа, вот это еще неудачный момент на минах. Вот, я иду в арбитра. В арбитра, потому что зачем мне нужен, собственно, обсервер, если меня придут и убьют. И с обсервером я не смогу просто напасть, а с арбитром могу нападать. В принципе, вот можно ставить арбитр и направлять третьего рабочего на газ. Здесь ставим еще один барак. Нет, я сказал, ставим барак. И я сказал, ставим барак. А, но здесь мина точно. Точно, мина, да. Ставим 4 барак. Немножко вот затупили, ничего страшного. Забиндили 4 барака, все нормально. Рабочий строим. И, кстати, можно здесь и фотоночку воткнуть, чтобы была. Вот так вроде все и закрыто, да еще и минки убьем. Нефиг ему смотреть здесь, мониторить минками. Вот. О, у меня доделалась атака. Это вообще замечательно. Напомню, скорость у зилотов у меня есть. Я продолжаю строить рабов. Рабов я строю. Здесь появляется, уже можно заказать арбитра. Вот это шаг. И пошла атака. Атака пошла. Строим рабочих. Строим. Все, пора. Пора строить вот здесь пилончик. Нет, или вот даже вот так. Да, вот место для постройки новой базы.
ни бараков. Раз минка, два минка, все нормально, точки сбора, рабочий строится, все общего жюри, все в шоколаде, все, пошла к заморозка, доделается броня, надо не забыть поставить второй барак, второй пилон точнее, и все, значит, заказываем броню. Вот, и с этого момента что я могу сказать? Все, я уже чувствую себя уверенно, значит, ну вот сейчас он, казалось бы, может прийти, но этого не будет. Сейчас у меня уже достаточное количество войск, чтобы отбиться от всего, что может прийти на данный момент. И я поставлю лучше третий Нексус. Третий Нексус я поставил, ставлю здесь пилончик, и можно идти наверх строить бараки. В свою очередь арбитр строится, обсера мне пока я не по карману. Точки сбора выставлены, рабочие заказываются. И зилтов, как вы видите, я тоже умею тыкать на букву Z. Вот это тоже получается рабочее. Все пожурит тут. Ой, какие мощные у меня на главном базе. Вот так вот я все проверил. И пошли еще три барака. Раз. И два. Ну, устроим. В это время здесь рабика. О, вольтурки, вольтурки. Взяли, выделили зилтом, побежали. Зилты берем для саперства. Первого и второго. Так, хоп-хоп, а минки не ставятся. А почему? А потому что он расставил минки. Мы заказываем арбитра, а минки он расставил по всей карте. Значит, мы знаем, что сложно будет поставить ничего просто так. Арбитр есть. Заказываем рекол. Здорово, здорово. Рабиков подстраиваем. Какие у парня мысли вообще? У парня мысли сейчас следующие. Вот он меня прокалил, заминировал всю карту. Значит, он все видит. Молодец, надел вультуру. Сейчас он тоже ставит третью базу. Возможно, даже одновременно со мной у него сейчас она начинает работать. Но, скорее всего, чуть-чуть попозже. Я ставлю, у меня начинает работать третий газ. Арбитры есть. Грейды делаются. Да и вообще все в шоколаде. Вот тут драгуны пошли, заказываю. Потому что у меня их мало. Лимит не самый большой, но и не самый маленький. Вот. И можно заказывать второй старпорт из-за того, что буквально секунд через 5 у меня начнет работать третий газ. Вот он сейчас достраивается. Вот, а вот здесь я ставлю пилон аккуратненько, потом поставлю фотоночку, и будет у меня третья база. Ну, будет она. То есть это четвертая уже будет. Вот. Со временем. Со временем она точно будет. Вот. А сам я вот так заказываю газ и пробегаюсь по баракам. Просто по циферкам все заказал. Вот. И теперь можно ставить роботикс. Роботикс мы, оп, не поставили. Идем ставить тогда пилон. А вот здесь роботикс опять перекрываем. Здесь красивенько. А здесь тоже пилончик. Все посмотрели, все. Опять проба больше не строим. Здесь опять драгуны. Оп-оп. И вот пошли у меня двух старпортов. Раз, первый арбитр и еще один арбитр. Арбитр не заказан. Поставим пока фотоночку. Фотоночка строится, мы дозаказали арбитра. Зилоты уже лимит, посмотрите, как быстро уже 137, я еще можно еще вот здесь пилончиком догородиться. И потом вот там двумя справа, а вот здесь фотоночку. Да, вот так вот все симпатично, красиво, аккуратненько. Вультурки не заехали никуда, потому что я-то собираюсь сейчас удивить парня вообще по-крупному. Не заказав даже вот эти апгрейды. Ну, броня, заказывайся. 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 Ну, заказывайся. Так, тут что-то совсем все плохо. Базы не будет. Еще одного сделают в разведку. И броню мы все-таки закажем. И даже вот, вот такая 100, 125... 133, 49, 50. Все, пошла. Апгрейд на магию, на количество маны. И можно заказать у нас обсерваторию. Обсерваторию я поставил. И иду достраивать бараки. 7 бараков немало. Надо довести их количество до нужного. Значит, построить еще хотя бы 3. Один заказали. Еще один. Как вы успели заметить, и еще один. У арбитра у нас было 180 с чем-то маны. В общем, на рекол хватает. И мы посылаем. Посылаем его в атаку. Сами заказываем обсервера. И вот он прилетает. Едет танк. Жму кнопочку рекол. Рекол. Все, тут корейцы начинают кричать. Вау, вау. Такие
стучат какими-то своими флажками. Я вот так отгораживаю проход зилотом и драгуном. Значит, сам дозаказываю войска, очень быстро так довожу лимит до 178, убивает он зилота, я вот так жму через кнопочку, не на клавиатуре, их отгородил, заморозил, он в шоке, такая паника, что за фишки. Я сам думаю про себя, какой я Д'Артаньян, собираю все войска, заказываю еще обсерваков. Вот здесь я иду, зачищаю себе нычку для будущей базы. Здесь я просто погром какой-то, как татаро-монгол напал и унижаю всех. Вот, сам здесь ставлю Нексус, ставлю, громко сказано ставлю, пока только пилон. Здесь зачистили от минки. Начинается Ctrl-1, Ctrl-2, Ctrl-3. Вот пробка стоит, которая Nexus хочет поставить. Я ее беру. Она идет ставить Nexus. Вот, здесь еще пилончик подправили. Как-то улетели. Какой он, ух ты, вообще чемпион. А, кстати, вот нужно было... Не, арбитров я не буду так на туреточке уж терять. Сейчас заморозка закончилась. Надо было, конечно, на встрече еще разок его заморозить в том же месте. Но уже, да, вот, поздно. Этим заниматься уже поздно. Медленно думаю. Ничего, замороживаю тут вот. И вот здесь мне на второго не хватает маны. Убили СЦ. Сами забегаем на третью базу. Дозаказываем еще. Ух ты, денег-то. Вот так пробежали. Здесь вот так фотоночку. И все, атака пошла. Заморозили здесь, заморозили вультур. Зилотов много. Пробегаем ими. Бегаем в танки. Грейды у меня, что там, 2-2 у меня. И главное сейчас подштамповали вот так. Пробежали. Собрали все. И вот так. А здесь нычка. Да, надо защищать ее. Так, как бы его унизить дополнительно? Ну-ка, вот сюда. Все, заморозили рабочих. Пусть знает. Что умеют русские парни бравые. Вышел Голиаф. Надо добить вот этих фэктори. Что-то унизить-то я его унизил, а вот добить пока не получится. Отстрелили две фэктори и идем здесь поковыряем. Значит, там уже выходит. Оп. Так, это что, не туда? Нексус пошел. Еще. О, у меня уже далеки, шилды я заказал. Все, опять по баракам. Лимит нормальный у меня. Фотоночки пошли. Ой, раскладываются танки. Так, шаг отошли. Выстрел. Бац. Шаг. Выстрел. Отъезжаем. Ой, и здесь ЦЦ. Вот эти фотоночки, чтобы ты мне в тыл не заехал. Рабов перевели. Еще одну фотоночку. Залп отошли. Отошли. Ну, хоть что-то отошло, уже хорошо. Накрываем базу, ставим еще пилон. И вот здесь вот так вот фотоночку. Фотоночки сами берем. Вот рабочих сюда. Все нормально. Понеслась. Родная. И еще даже фотоночку. Вот так вот, чтобы надежно. Выделяем раз контрол. У меня уже психи. Да, надо, кстати, тогда в епсишторм заказать, раз уж психи есть. Вот здесь арбитр. Вообще ценно уже. Две пачки войск уже с арбитром. Все, выдвинулись. И вот берется третья. И заказывается новый мощный. Здесь можно поставить так пилон, отгородить, чтобы сюда тоже вультурки не доехали. Одним пилоном можно перекрыть все. Вот. Ой, здесь рабочие. Нормально у меня вот так вот все. И вот здесь будет Nexus. Я бегу к нему на четвертую базу. Он это просекает беспонтовыми вультурами. Но да ладно, мы бежим, у нас свои цели, свои задачи. Поставим и здесь фотоночку, все так защищаю, все красиво, четко Nexus ставлю. Нет, опять мина. Вот, здесь, ой, вообще, какой остряк взял, ну и правильно сделал, просто улетел своим летающим Nexus'ом, который называется Command Center. Побежим сюда, вот так поставим фотонку, потом поставим Nexus. Закажем атаку, закажем вторую кибернетку и для батона. Батонится. Тут он неожиданно берет и приходит ко мне на базу. Я, конечно, обсервера туда не поставил и просто иду в контратаку. Сам подвожу сюда судей, заказываю еще обсов и пробегаемся по баракам. По баракам пробежали, все заказали. Идем в атаку. Ты ушел в атаку? Вы к нам, а мы к вам. Вот. Нефиг. Вообще так
так наклеить еще, как будто выиграет. Ой, он там дефенс кинул. Вот так я подведу, вот так вот сюда. Здесь мы прорвались. Вот это мы отведем в сторону. И давай через атаку. Так, пора замораживать вот так и вот так. К рабочих отведем вот сюда. Здесь продолжается. Так, рано здесь в атаку. И вот приезжает культура. Пим-пим. Заказываем. Еще пробежали. И вот он, Виссель. Мы его убиваем здесь. Смотрите, как заморозил. Но просто прогеймер. Новая атака. Пси. И он пишет ГГ. И я пишу ГГ. Да. Игвилюс чемпион. GG.